Обстановка с быстрым распространением коронавируса COVID-19 в стране заставляет сплотиться людей, быть ответственнее перед лицом общей беды. К этому призвал в своем обращении к жителям и мэр Висагенеса Эрландос Галагус. Но одновременно с призывами ко всем членам Совета сплотиться, в обращении мэра прозвучало и обвинение своих коллег в дешевом пиаре. Отметив работу нынешнего директора администрации в такое трудное время, мэр высказал предположение, что сложись такая ситуация 2 года назад, в городе, скорее всего, поднялся бы хаос и паника. Возможно, мотивом, послужившим сделать такое предположение, явилось то, что 2 года назад директором администрации был Сергей Мискевич, который сегодня является членом Висагенского совета самоуправления и состоит в оппозиции. Мы узнали, что на прошлой неделе Сергей Мискевич предложил внести ряд изменений в повестку дня удаленного заседания совета, которое пройдет в этот четверг, 26 марта. Мы связались с Сергеем по телефону и попросили прокомментировать свои предложения. Сергей, насколько нам известно, вы направили письмо с предложением внести изменения в повестку дня. Что это были за изменения, почему вы предложили? Да, добрый день. Ну, вначале, наверное, пользуясь случаем, я хотел бы попросить всех жителей в этой ситуации придерживаться рекомендаций правительства и режима карантина, потому что, по моему мнению, ситуация очень серьезная. Приглашаю всех соблюдать все требования и наблюдать за самыми новыми рекомендациями, потому что они изменяются каждый день. Суть моих предложений была в том, что изменить распорядок дня заседания совета, которое было намечено 26 числа и которое, я так понимаю, и до сих пор планируется организовать в этот день, так как на заседании совета планируется рассматривать каждодневные вопросы, связанные с отчетами организации, связанные с, то есть, нормальной деятельностью самоуправления. По моему мнению, так как объявлена экстремальная ситуация во всей Литве, в том числе экстремальная ситуация, соответственно, и на территории Висагенского самоуправления, поэтому мы в этой ситуации должны отложить все вопросы, которые не первоочередные которые не требуют срочных решений, и заниматься ситуацией, которая сейчас на территории всей Литвы и на территории самоуправления. Это принять решения, которые именно связаны с ситуацией по коронавирусу. Суть моих предложений была в том, что направить финансы, во-первых, ту область, это выделить финансирование на средства индивидуальной защиты, на оборудование для больницы, также средства на поддерживание режима карантина и средства на смягчение последствий коронавируса. Ну и, конечно, я думаю, что в этой ситуации мы, как члены Совета, должны все вместе и обсудить ситуацию. И, во-первых, у нас должна быть первоочередная информация о состоянии нашей, от готовности нашей больницы, о том, сколько у нас средств индивидуальной защиты, хватает ли нам оборудования. И мы должны все вместе принять, думаю, действия, которые помогут, ну, или смягчат последствия этой ситуации. Ну и также я предложил организовать заседание совета, рассматривая эти вопросы удаленно, но используя современное оборудование для видеоконференции, чтобы каждый член совета мог высказать свое мнение, высказать позицию и мотивы. Я думаю, в данной ситуации это тоже необходимо. И в наше время, я думаю, для этого есть все возможности. Ну и также хотел бы еще покомментировать то, что после того, как я сделал эти предложения, это было 18 марта, 19 числа вступил в силу закон о местных самоуправлениях, изменение закона, в котором как раз и говорится, по сути, то, что я и предлагал. Во-первых, говорится, что советы местных самоуправлений могут проводить заседания удаленно,
но только в том случае, если на этом заседании рассматриваются экстренные вопросы, связанные с экстремальной ситуацией, и эти заседания совета могут проходить только если и объявлена эта ситуация. Ну, также упоминается то, что если заседание организовывается удаленно, то должна быть создана возможность каждому члену совета во время заседания высказать свое мнение и высказать свои мотивы за и против. Что принято из ваших предложений? Что прошло? Ну, на самом деле, было удаленное заседание комитета по экономике и финансам 18 числа. И на комитете единогласно принята часть моих предложений. Комитет принял решение предлагать из 24 вопросов повестки заседания совета вычеркнуть 17 и оставить только срочные вопросы. Ну и также комитет принял решение попросить предоставить информацию о состоянии подготовки к борьбе с коронавирусом. Ну и также комитет принял мои предложения по поводу того, что мы должны рассматривать решения совета, связанные с выделением дополнительных средств на защиту от коронавируса и покупки оборудования. Также выделение средств на смягчение последствий коронавируса и на поддержку режима карантина на территории самоуправления. То есть, по сути, Комитет экономики и финансов принял все мои предложения. Ну, есть какое-то предложение, может быть, откуда взять средства на все это? Я думаю, этих источников есть, и он не один. И как раз я и предлагал, что администрация должна подготовить решение, и мы, как члены совета, должны как раз все обсудить именно все эти альтернативы. Я считаю, некорректно мне предлагать решение, именно откуда взять эти деньги. Я думаю, мы это должны принять совместно или всем советом, или комитетом. Но я считаю, что в таких ситуациях решение надо принимать не большинством голосов, а единогласно, чтобы не было никого против. Потому что, я думаю, все понимают, какая сложная ситуация на территории нашего самоуправления и во всей Литве. И мы должны сделать все, чтобы наше самоуправление почувствовало как можно меньше последствий. И я считаю, в такой ситуации, во-первых, что надо сделать и что должен делать руководитель совета, мэр. Во-первых, собрать всех членов совета и выслушать и отчитаться по поводу ситуации. Пока в данный момент этого не сделано. Создается такое ощущение, что коалиция задвигает оппозицию на дальний план и предлагает пока подождать, пока мы тут разберемся. Но я считаю, что в таких ситуациях, как сейчас, в принципе, даже некорректно разделять весь совет на оппозицию и позицию, на тех, кто за и против. Мы должны вместе объединить усилия и решать все вопросы, как я уже и говорил, единогласно, сообща. Пока я этого, к сожалению, не вижу. И не вижу желания мэра это сделать. Остается надеяться, что члены совета и мэр действительно смогут преодолеть свои политические амбиции и проведут предстоящее собрание совета, сплотившись вокруг общей цели – благополучия всех нас –